Добрый вечер. В понедельник вечером в эфире ТВ-5 вас приветствует служба новостей, в студии Андрей Мамыкин, и это программа «Без цензуры». Смотри, подросток, в два очка на уходящую эпоху, где в небесах не облачка, где и в рифму два бычка, когда ни жалобы, ни вздоху. Пикнуло, да? Я думал, ты без цензуры. У нас в гостях Демьян Кудрявцев, генеральный директор издательского дома «Коммерсант». Добрый вечер. Добрый вечер. Стихи узнали? Да. Когда поэт становится, когда медиамагнат начинает писать стихи, это смешно. А когда поэт становится медиамагнатом, поэт становится жалко, он может умереть. Как вы по-прежнему соединяете в себе эти две ипостаси? Поэта и крутого менеджера? Ну, про Дениса Давыдова так любили говорить, что лучший поэт из гусар и неплохой саблист из поэтов. Там, это все, к сожалению, комплимент сомнительный. А я совмещаю это с трудом, потому что, с моей точки зрения, эти вещи не противоречат друг другу, а в каком-то смысле одной природы. И поэтому, если как бы делят время и делят его плохо, делят эмоцию, делят силы и делят их плохо, потому что оба претендуют. И настоящий менеджмент, неважно, медийный или там, ну, в общем, настоящий бизнес, как бы требует от тебя постоянного принятия решения, постоянного там права на высказывание, постоянной емкой формулировки. Говорить о том, что стихи состоят только из этого, конечно, неправильно, но без этого их тоже не бывает. И поэтому природа высказывания, природа решения, природа ответственности, которая есть в поэзии, в прозе, там, может не быть, кстати, она в каком смысле одинаково с природой любого преобразования. И бизнес как преобразование в этом смысле похоже. Совмещаю трудно. С другой стороны, у каждого из этих процессов есть, так сказать, период взлета и упадка, вдохновения или любое другое слово подставьте. Вот. И если их правильно рассинхронизировать, наверное, можно в отпуске писать стихи, а в основное время строить предприятие. У меня получается по-разному, но пока как-то. Но вы живете с рассинхронизированным вдохновением. Я стараюсь. А вы такой современный Тютчев. Тот писал на салфетках сразу после приема и когда свободная минутка. Он вы на... Вы помните, кем он был по профессии? Все-таки дипломатом, не медиамагнатом. Да. А, значит, да, а я тоже не медиамагнат. Но нет, дело в том, что на самом деле Тютчев вообще очень интересная фигура. Это единственный русский поэт, который расписался к старости. И он находится за рамками, так сказать, обычного описания поэтического вдохновения, потому что Тютчев в своих стихах продавал, вещал, так сказать, транслировал опыт. В основном опыт, его отсутствие, его горечь. Но не его, как бы, нехватку, да, вот то, что прежде всего транслирует поэт молодой. Вот, не то чтобы я, но вот все мое предыдущее, моя предыдущая жизнь. Потому что поэзия не для того, кто ее читает часто, но, по крайней мере, для того, кто ее создает, это способ познания мира. А вообще искусство – это способ понимания окружающего. Не выражение этого понимания, не то, что вот я вам понял, сейчас в рифму расскажу, а наоборот, пытаясь формулировать то, что ты чувствуешь, и то, что ты видишь, ты как бы таким образом мир и понимаешь, и видоизменяешь. И это обычно свойство молодости. Это вообще, кроме Тютчева, людей, там, писавших хорошие русские стихи, это очень важно, есть исключение в других культурах, после 50 или 60 уж точно не было вообще. Вот. Поэтому в каком-то смысле, в связи с тем, что он делал другое, не то, что все, не мешало бы ему там полжизни и даже параллельно быть дипломатом, там, госчиновником, назовем вещи своими именами, и так далее. Мне мешает. Вы расписались уже к 39 или... Как у Тютчева, у вас все впереди. Я надеюсь, что у меня впереди проза. Мне сейчас я нахожусь в том моменте, когда мне это интереснее. Признавая полное верховенство там
поэтического слова и поэтического высказывания, это как некоторая высшая, как бы, такая категория, высшая квалификация. А мне при этом интересно другое. Знаете, бывает, человек всю жизнь готовился стать чемпионом мира по прыжкам в высоту, а потом решил пойти попрыгать в длину. Вот я где-то в этой стадии сейчас. Ну, хорошо, что не шахматами занялся. А давайте к более прозаичным вещам. А вот почему вы в Латвию приехали? Искать вдохновение рассинхронизированного в Москве? Совершенно нет. Друзья пригласили, на денек я приехал. Я очень люблю Латвию. У меня есть к ней одно требование, чтобы кончилась зима. Вот как только кончается зима, я всегда приезжаю на выходные. Резкое лето началось, 27 градусов, 28 мая. Кто же такое помнит в Риге? Это прекрасно. Вообще Латвия и Рига являются любимым времяпрепровождением, местом для нашей корпорации, для нашей компании. Здесь часто бывает там, наш шеф-редактор, наши журналисты. Мы просто очень любим Латвию. Так у этого нет, к сожалению, у этого недостаточно настоящих оснований. Мы ее любим без повода. Без основателя. Что такое корпорация издательский дом «Коммерсант»? Ведь если посмотреть на злых критиков на Западе и не очень добрых в России, нет никакой свободы слова. Печать зажата в тисках кровавой путинской гыбни. Далее, так сказать, можно цитировать «Живой журнал» Валерия Ильинична Новодворского или кого-то другого. Вот, насколько легко или просто, или наоборот, соответственно, сложно работать вашим журналистам, насколько они могут написать все, что они считают нужным написать? Ну, смотрите, проблема в России – это не цензура в ее полном виде. Ее для прессы не существует вообще. Хотя она, безусловно, существует для телевидения. Мне так легко об этом говорить, потому что я про это ничего не знаю. То есть я не могу сказать, что говорят новостному ведущему вашему коллеге в Москве, о чем он должен сказать, как пишутся его тексты или снимаются его репортажи. Но по результату мы видим, что в стране произошло вот такое-то событие, и в старые времена оно обязательно было бы показано, а сегодня его нет. Мы считаем, что это либо цензура, либо самоцензура. Но в прессе нет, конечно. Почему? Потому что пресса не электората влияющий, так сказать, фактор. Потому что пресса работает на людей, которые умеют читать. А люди, которые умеют читать, всегда в меньшинстве. Люди, которые умеют думать, они всегда в меньшинстве. И люди, которые готовы что-то сделать, сделают это вне зависимости от того, вырезал ты для них заметку или нет. Они не являются, так сказать, той массой, которой надо в каком-то смысле управлять. Они самоуправляемы. И пресса является инструментом их самоуправления, а не управление ими кем-то другим. Вот сейчас там газета «Искра» не только коллективный агитатор, но и коллективный организатор, сказал в свое время Ленин, и он ошибался. Газета никого никогда никуда не организует. Газета помогает людям самоорганизоваться между собой, если у них есть к этому повод и желание. Процент людей в российском обществе, у которых есть повод и желание самоорганизоваться и заняться какими-то переменами, если их что-то не устраивает или наоборот поддерживать что-то, что их устраивает, ничтожен. На всех остальных работает телевидение. Вот об этом ничтожном проценте, об этом меньшинстве думающим и читающим. Какова сейчас суммарная аудитория, если сложить все тиражи и помножить на аудиторию всех, так сказать, печатных изданий, которые производят издательский дом «Коммерсант»? Сколько этого меньшинства в человеках в России? Меньше 2 миллионов человек. Наша аудитория журналов, газеты ежедневные, ежемесячных журналов, часть из которых совершенно не политические, не деловые. Но вот, собственно говоря, все наши издания – это полугодовая аудитория, ну, скажем, 1,5–2 миллиона человек. Сейчас есть и другая тенденция, и, кстати, тоже многие наблюдатели ее подмечают, подчеркивают, что газета, как вот такая классическая печать, это жанр, который отмирает или неизбежно должен будет умереть, потому что есть мультимедийные порталы, потому что вместе с буквами появляются звуки, а иногда и видео, картинка в интернете, и все это вместе легче продать, так сказать, читателю, чем вот эту вот классическую газету. Вот каковы ваши прогнозы с учетом того, что Россия некогда была самой читающей страной в мире, а сейчас у вас худо-бедно 2 миллиона тоже читателей есть? Ну, на самом деле,
Надо понимать, из этих 2 миллионов читателей, ну, может, их даже чуть больше на самом деле, но сколько вот бы их ни было, сейчас точные цифры можно посмотреть, многие из них уже читают нас в интернете, эти люди уже внутри. Неважно, как ты доходишь к человеку, если он не готов тебя читать. Если ему не интересно, что произошло сегодня на бирже, если ему не интересно, что произошло сегодня в правительстве, и все, что ему интересно, это прибавили ему зарплату или нет, совершенно неважно, как ты будешь к нему приходить. Другой вопрос в том, можешь ли ты удобным образом прийти к человеку, которому важно, которому интересно. И ты должен в этом смысле совершать какие-то гигантские усилия, потому что этот человек впереди. Не только остальных людей, но он впереди тебя. Вот читатель «Коммерсанта», он лучше нас. Ну, во-первых, в перерасчете на душу, на одного человека, он богаче. Он все свои деньги вынужден тратить только на себя, а мы на всех читателей, на всех сотрудников. Поэтому у него всегда появляются там, самые мощные компьютеры, у него всегда появляются самые навороченные телефоны, у него всегда появляется возможность полететь, и концерт, о котором мы написали, подумав, посмотреть и в следующий раз сказать, что-то вы меня обманули, она пела плохо, а не хорошо, и так далее. Наша проблема в том, что у нас очень прогрессивный читатель и богатый. Это проблема? Это проблема. Проблема соответствия. Да, это проблема соответствия ему. Это преимущество с точки зрения рекламы. Такому человеку рекламодатель хочет к нему дойти, хочет, так сказать, хочет его. Но проблема соответствия есть все время. Мою аудиторию нельзя обмануть, ее нельзя оболванить, ей нельзя продать стухшее и так далее, потому что ты для нее не единственный. Она читает по-английски и может прочесть. У нее есть интернет, и она прочтет там блог Валерии Новодворской или наоборот кого-нибудь другого. Вот, поэтому ему надо соответствовать, это такой большой труд. И в частности, это труд, который мы называем труд концевых устройств, да, так сказать, что бумага не является идеальным конечным носителем вот, информации, которую человек получает, и теряет свои потребительские свойства с каждым днем, при том, что новый идеальный носитель еще не появился. Идеальный. Появляются в разных областях разные, идеальный нет. Тут даже проблема не только в бумаге, проблема во многом. Бумага требует почты, требует там, определенной доставки. Это во всем мире работает плохо по одним причинам, а в России просто потому, что это плохо работает. Просто почта советская уничтожена, новая не создана, почтальоны, которых мы помним из детства, умерли, новые подрабатывающие студенты или кто-то выбрасывают все в ближайший почтовый в мусорный ящик, да, и так далее, и так далее. Это есть не только в России, но и в России тоже. Вот. Частично главная проблема американских газет, да, в том, что изменилась поведенческая модель их чтения, она присутствует и в России тоже. То есть, например, что такое газета прошлого, да, вот как она устроена? Это некий предмет, который дает тебе картину мира за вчера для разговоров сегодня в очень точный отрезок времени, за завтраком. Вот все. Ну, еще это изумительно пахнет, потому что это свежая полиграфия, свинцовая краска. Она до сих пор хорошо пахнет. Это очень классно мять, сидя на горшке. Извините за подробности. Да, пожалуйста. Или с утренним кофе. Но это как раз никак не изменилось. Да? Пахнет оно точно так же. Проблема в другом. Проблема в том, что люди что вот весь газетный цикл в мире подстраивался под вот это поведение. А потом в какой-то момент выяснилось, что даже в странах, где почта работает, люди перестали завтракать в одно время. Они просто... У них это размылось. А в России вообще завтракают 7 раз? Или сколько там, 12? Да, и все тоже в разное время. А почта не работает. Вот. И это то, что убило газету. Убило газету отсутствие разрушения традиционной англосаксонской семьи, которая должна собраться вместе за завтраком. А если ты одиночка и работаешь, потому что появились машины быстрые, работаешь в 2,5 часа от там... не знаю, того места, где живешь. Ты вообще привык завтракать в пробке? Да, и завтракаешь ты уже в пробке или в электричке, и газета тебе не нужна, и она за рулем, ее не откроешь, она тут мешается. Все так происходит понятие. И в этот момент появляется интернет, который говорит, вот тебе альтернатива. Там, сегодня неудобная офисная, такая большая, завтра поудобнее, а послезавтра может быть совсем удобная, да, на какой-нибудь цифровой бумаге, которую можно сложить, сунуть в карман, в любой момент из воздуха она будет получать информацию из современного интернета и так далее. Вот. Но рекламодатели боятся делать шаги в нестандартизированные форматы. Слава богу, у газеты бумажная 300 лет одинаковая последняя, она никак не менялась с точки зрения
взаимодействия. Типография, время, размещение и так далее. Это специфика чисто российских рекламодателей? Нет, всех на свете. Боязнь идти, так сказать, полностью в виртуальный мир? Всех на свете. Просто она преодолевается значительно быстрее в Америке, предположим. Но и кроме того, там просто рекламы больше. Скажем, тот же процент там уже переставших бояться рекламодателей дает в Америке гораздо больше денег в объективных цифрах. Вот. Ну и этот страх будет преодолен, безусловно. Он будет преодолен вместе с изменением, с появлением стандарта цифровой рекламы. Кстати, вот об Америке, России и не только. Угу. Ваш коллега и, я все-таки полагаю, друг Леонид Парфенов, недавно гостив в Риге и в этой студии, сказал, если бы я был французом, я бы утро начинал с «Лемонт». Если я был англичанином, я бы начинал с «The Times». Я русский, поэтому у меня рядом с утренним кофе «Коммерсант». Вы, объективно глядя, как гендиректор большого издательства, можете в один ряд поставить вот эти вот три бесспорно известных издания? Ну, «Лемонт» плохая газета, а «Коммерсант», безусловно, лучше. Конечно, главные консервативные газеты по способу думать, по образцу, сегодня является «Нью-Йорк Таймс». Вообще, главные газетные свершения сегодня – это Америка, конечно. Это «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». «Нью-Йорк Таймс», которая была ролевой моделью при создании «Коммерсанта», не получилось. При возрождении, вы хотели сказать? Да, ну, при возрождении. И... Ну и европейские газеты. В Англии «Таймс» в каком-то смысле изменился. Он не проигрывает позиции, он по-прежнему соответствует времени, но он больше не соответствует идеалу консервативной новостной газеты, смелой. Такой газетой стала «Гардиан». Вот. И я свой день, когда я в Англии, начинаю как раз с «Гардиан», например. Хотя идеологически, там проблема еще в том, что в Англии газеты отражают определенного рода партийные идеологии, не являясь специально партийными органами, а просто делят общество. У нас, ну, да, в Америке они, отчасти тоже. В Америке отчасти, конечно, тоже, да. У нас они делят на тех, кто умеет читать и не умеет читать, а там на тех, кто думает про Блэра или наоборот про не Блэра. Или там вот про Кэмерона теперь надо думать, да. Ну да, разумеется, в каждой стране в чем прав Леонид и в чем, ну, но не нов. Это его, этот его стендап про «Лемонт» и булку, и кофе, и все остальное, он из фильма, который Леонид Геннадьевич снял к столетию «Коммерсанта». Он снял фильм, его показывали по Первому каналу, где есть такой вот прекрасный стендап в кафе, где он сидит, пьет кофе и читает утреннюю газету. Безусловно, он прав в следующем. В каждой стране, в каждом языке, в каждой культуре есть главная газета, ассоциирующаяся с сутью этого времени, с сутью этой эпохи, с сутью этого языка. И там, когда вам говорят «советская власть», вы говорите «газета «Правда». Правда». Понятно, да? Хотя «Известия», возможно, были тиражнее, возможно, были важнее, там и так далее. А в национальных республиках тут советская Латвия, конечно, держала позиции. Да, да, и там советская Россия была такая, и так далее. Ну, вы говорите «газета «Правда». То же самое там. «Таймс» еще много лет будет самой главной газетой Англии, несмотря на то, что «Гардиан» значительно важнее и лучше. Вот в этом смысле, да, газета «Коммерсант» — это газета постсоветской России. Вы сейчас сказали, «Нью-Йорк Таймс» была задумана как такая, не знаю, ролевая модель при создании, при возрождении «Коммерсанта». А почему не прижилось? Потому что ментальность другая, потому что русский потому мужик что мы не в Нью-Йорке. Не так, как американец читает. Потому что мы не в Чикаго, моя дорогая. Да. Газета, чтобы быть «Нью-Йорк Таймсом», должна соответствовать своему духу, времени, аудитории и так далее. Как только она начинает ему соответствовать, выясняется, что она не «Нью-Йорк Таймс», потому что мы не в Нью-Йорке. И в этом смысле она лучше, чем «Нью-Йорк Таймс». Она точнее соответствовала там России начала 90-х годов и, что важнее, России конца 90-х годов, чем «Нью-Йорк Таймс» сегодня соответствует Нью-Йорку. Хотя, конечно, в истории «Нью-Йорк Таймс» были прекрасные страницы, и это по-прежнему там. Мы внимательно смотрим за тем, что они делают. Газета в России является ли участниками идеологических битв, баталий, которые есть вот на рынке Англии и отчасти а в России на нет газет? Идеологических или, баталий. Или поскольку нет идеологических баталий, то «Коммерсант» пишет честно о том, как упал или поднялся тот или иной индекс. Да. Не совсем так. В России политических баталий явных, за вычетом
середины 90-х. В общем, не было никогда. Ну, совру. Еще вот там период между 5-м и 17-м годом, который как раз, собственно говоря, и родил «Коммерсант». Вот. Но в эпоху явных политических баталий и первый «Коммерсант» 1909 года, и «Коммерсант возрожденный» как раз видел свою нишу в том, чтобы в них не участвовать. О, наша модель, наша аудитория состоит в следующем. Все остальные газеты заняты политическими баталиями, а мы вам расскажем про индекс. Правда, здорово? В этом было лукавство, но идея была в этом, и она срабатывала. И даже когда мы вам будем рассказывать про баталии, мы вам будем рассказывать про баталии непредвзято, не имея позиции на одной из сторон, и это правда. Журналист «Коммерсанта» в лучшие, в самые прогрессивные эпохи не поддерживал безоговорочно либералов, Ельцина, тем более коммунистов или там кого-то. Обычная коммерсантовская позиция была, да, вот надо написать, этот сказал это, этот сказал это, а еще я раскопал, а это на самом деле имел в виду это. Угу. Ну, из этой пометки непонятно, какое твое личное мнение. Чума на оба ваши дома. Вот такое. Конечно, не всех, это не касается там индивидуально. «Коммерсант» когда-то выступил, как издательский дом, не как газета, выступил издателем вообще самой главной агитационной листовки постсоветского времени. Мы выпускали газету, которая называется «Не дай бог», против прихода Зюдоганова к власти. Но это как бы издательская деятельность, да, мы могли ее издавать. В газете «Коммерсант» никогда не было сторон в эпоху политических баталий. Но как только политические баталии заканчиваются в этой стране, что во времена Николая I, что во времена Путина, в этот момент сама позиция непредвзятой журналистики превращается в политическую позицию. Это в каком-то смысле происходило и с некрасовским «Современником», и с пушкинским, и так далее. Это происходит из газеты «Коммерсант». Когда все говорят, что небо белое, а ты говоришь, ну, туча-то есть, говоришь ты, то это сразу становится политической позицией. Вот, как бы, вот, «Коммерсант» не двинулся никуда. Он как стоял на своем, индекс, правда, представление обеих сторон, ироничное отношение ко всем сторонам, он там и стоит. Общество, точнее его политическая часть, мигрировала в некоторую сторону и выяснилось, что мы там. Хорошо. А что будет с генеральным директором издательского дома «Коммерсант», если журналист напишет, верстальщик поставит верстки там на первую полосу в заголовок, редактор этого, выпускающий, пропустит, главный редактор на это закроет глаза, а там будет написано «Президент Медведев не прав». Или «Премьер Путин не совсем прав, потому что». Ну, это написано в каждом номере. Ничего не будет. Это не будет ничего. Если это будет аргументировано, если факты, цифры, благодаря которым это аргументировано, подлинные, мы сможем доказать, что они у нас откуда-то есть, и так далее, и так далее. Ну, и если это в целом не будет в хамском тоне. Потому что ирония «Коммерсанту» свойственна, и как бы мы ее собираемся защищать от любых, в том числе цензурных нападок. Но ирония такая вещь, что она ранит, а израненный человек предпочитает всегда считать, что его обидели. Ну вот если этот израненный человек будет президентом страны или премьер-министром, если вы шутите, изволите, над кем? Над самим премьер-министром? Ну, мы часто шутим над премьер-министром, а он обижается. Да, вам известно, вот только хотел с языка сняли вопрос, его реакция. Да, как он обижается. Он обижается. Он выбрасывает в мусорник демонстративную газету. Нет, он может, например, не пустить нашего журналиста на... Свою пресс-конференцию? На пресс-конференцию не может. Ну, там, не взять его в какую-то свою поездку. Что с точки зрения американского, например, вот... пресс-этикеты Белого дома является нонсенсом. А в России, ну, вот считается таким устоявшимся. Но это было и при Ельцине. И даже если написал это журналист вопрос... Пупкин, журналиста Иванова тоже не возьмут, потому что он из «Коммерсанта». Нет. Так возьмут именно Пупкин. Ну, мой
с другими газетами, может быть, так и бывает, что вся газета отлучается от источника информации, пула. Но это, кстати, не обязательно президент. Например, газета такая-то написала плохо про «Лукойл», «Лукойл» больше не дает комментариев и не встречается с представителями там такой-то газеты. Так а может он быть. Навсегда не решил не встречаться или на какое-то время, там, год наказания, полгода? Навсегда я никогда не слышал. То есть потом сердца теплеют, смягчаются. Или люди понимают, что это невыгодно, или еще что-нибудь, или кто-нибудь кому-нибудь приносит извинения. Не знаю. В нашем случае такого не было никогда. Если какая-нибудь компания решит отлучить коммерсанта, журналистов-коммерсанта от этого самого, от информации, ну, открыто, ей же хуже. Вот, мне совершенно все равно. Когда это Кремль или правительство, мы считаем, что в интересах нашего читателя договариваться. Но много раз мы сообщали читателю, что мы считаем себя правым, мы считаем, что ваше право на информацию нарушается, а не наше удобство ее получать. И имейте в виду, мы не расскажем вам в ближайшие там, несколько недель о том, как там, это обострение, безусловно, может превратиться в какую-то гонку вооружений, но прессой в Кремле занимаются тоже не идиоты. Они как бы... Давайте, чтобы не зачерствели сердца наших рекламодателей, а мы с вами поговорили еще примерно полчаса, уйдем на небольшую рекламу на Пятом канале, но мы вернемся. Оставайтесь с нами. Привет, все захватили? Мясо, соль, перец? Да, конечно, ясное дело. Вы это хорошо придумали. Ну да, все только в печку осталось положить. Здорово.